Культура в России складывалась на протяжении веков, соединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов. Это общенациональное достояние несет в себе мощный созидательный и гуманистический заряд, являясь одним из факторов развития общества. Известно, что именно культура формирует самосознание целых поколений и является, по словам академика Лихачева, главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни. Развитие культуры прямо влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует созидание и творческий поиск. День работников культуры – профессиональный праздник деятелей культуры и искусства. В торжествах участвуют сотрудники музеев, библиотек, зоопарков, театров, музыкальных и танцевальных коллективов. В России свою историю праздник начал в 2008 году, когда вступил в силу соответствующий указ президента от 27 августа 2007 года по инициативе занимавшего тогда пост министра культуры Александра Соколова. На официальном уровне День работников культуры проходит вот уже 17-й раз. Цель праздника – отметить весомый вклад работников культуры в возрождение общенационального наследия, сохранение и приумножение культурного богатства страны. В этот день первые лица государства поздравляют работников культуры официальными письмами, вручают правительственные награды, благодарности и ценные подарки. Устраиваются выступления коллективов художественной самодеятельности, литературные вечера, праздничные концерты и вечера отдыха. Организуются слеты работников культуры, проходят выставки, музейных экспонатов, картин, книг и поделок. В музеях и библиотеках проводятся дни открытых дверей, а в театрах устраиваются благотворительные акции для детей из детских домов и малообеспеченных семей. Культура – это ориентир, основа и пространство всей жизни. В культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и служить ей – особая, благородная и ответственная миссия. Благодаря работникам культуры миллионы людей получают возможность слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим искусством, любоваться уникальными произведениями живописи и скульптуры. А значит, имеет смысл поздравить каждого, кто хотя бы косвенно связан с Днем культуры в республике и в стране в целом. Елизавета Газизянова, Универ Новости.